Други мои, остановимся немножко на плитке. Мне так понравилось, с одной стороны, снимать немое видео, да, то есть я ставлю камеру, вы видели там, и потом из кусочков монтирую, музыку накладываю, звук накладываю, и отлично, потому что у меня вот с собой всегда колоночка, да, там играет музыка с Яндекс.Радио или, предположим, аудиокнижки я слушаю. А, например, музыку, которую мы слушаем по радио, да, и на Ютубе, сразу меня за это забанят. А так, замечательно. Ну и не надо тратить ваше и мое время на болтовню. Но по плитке я хочу немножко остановиться. Тут у многих, кто укладывает плитку, будут вопросы. А те, кто не укладывают плитку, могут сделать ошибки на основе вот этого моего видео. Могу сразу сказать, плитку меня учил укладывать мой товарищ, мой друг Игорь. Если вы не смотрели мое видео, посмотрите по поводу того, какие ремонты он делает, какой он специалист высочайшего класса. Делает квартиры, дома строит, там, ну, многомиллионные бюджеты и качество высочайшего уровня. Вот он меня учил укладывать плитку, поэтому я не сомневаюсь, что плитка, которая у меня здесь положена, будет жить долго. Что касаемо непосредственно укладки плитки на стенку, вот тут вот, да, вы видели, что я сначала нанес клей на стенку, прислонил плитку, прилепил, да, а потом ее снял. Почему? Вообще правильно по технологии укладки плитки на стенку, нанесли клей на стенку и сразу лепим плитку. Ее не надо ни замачивать, ни на нее клей намазывать, ничего не надо. Но это нужно делать так, если у вас хороший клей. Я пытаюсь немножко экономить, очень много денег ушло на курятник, поэтому клей у меня бэушный. У меня он провалялся в подвале, в сухом подвале, но он провалялся год, и поэтому у него стали образовываться камешки. Я, хотя этот клей долго размешивал, несколько подходов, давал ему настаиваться, чтобы растворились эти комочки немножко, но все равно комки остались. И я понял, что с таким не очень свежим клеем плитка может плохо держаться. Она не отвалится, но мне это не понравилось. И поэтому я ее снял и стал наносить клей на плитку еще. То есть так вот намазывать тоненьким слоем, промазывать саму плитку. Вот такая технология используется при укладке плитки на пол. На пол идет нагрузка, мы по полу ходим, и нужно, чтобы клей практически там на 95% плитки был контакт при укладке на пол. На стены этого делать не надо. Но в данном случае, вот вы видите, что сделано так, в связи с обстоятельствами, о которых я вам рассказал. Я особо ее не выравнивал, никаких уровней провилов ничего не делал. Визуально посмотрел, более-менее нормально. Стена здесь более-менее ровная. Посмотрел я сбоку, в общем, все ровно. Ну, мы все-таки строим курятник, уличный выгул, поэтому пойдет для сельской местности. Я знаю, что многие покупают квартиры, нанимают мастеров, им укладывают плитку хуже, чем уложил я ее тут. Поэтому как есть, так есть. Ну что, в общем-то, все. Останется нам дать высохнуть этой плитке и затереть ее. Но это только один кусочек. Нам еще по кругу лепить и лепить. А вообще, по поводу укладки плитки, правильной укладки плитки, у меня есть на канале сериал из 4 серий, да, укладка фартука на кухне. Вот там я подробно несколько часов рассказываю, показываю, как правильно укладывать плитку. Вот могу сказать, что там плитка положена правильно, и если вам предстоит укладывать плитку где-то в доме, можете посмотреть. Там все нюансы, которых я знал, которые я вспомнил в крайнем случае. Не все я там, конечно, смог показать, там не было наружных углов, там зарезки на ус и так далее, и тому подобному. Но, в принципе, вот чтобы положить фартук на кухне или где-то какой-то небольшой вот кусок, не кусок, ну, небольшую стенку, да, простенькую, несложную, ну, можно воспользоваться моим видео, там все подробно, и я уверен в тех словах, которые я рассказываю в том видео, и советах, которые даю там. Вот как-то так.